Это была бывшая вокалистка немецкой хард-рок группы Warlock Дора Пеш с балладой под названием Fall For Me Again – «Полюби меня снова». Ну а продолжает нашу программу певица, которая так же, как и Дора Пеш, приобрела известность, работая в группе, но сейчас продолжает наращивать свой успех самостоятельно. Про эту женщину нельзя сказать, что она очаровательна или сексапильна, и тем не менее она обладает каким-то невероятным магнетизмом, который проявляется в первую очередь в ее потрясающей неординарности. Ее необычная для женщины какая-то мягкая, деликатная, ненавязчивая интеллектуальность, ее завораживающая глубинная духовность дают право определить ее как идеал для интеллектуальных мужчин. Женщина с большой буквы, блестящая актриса, ни разу не пробовавшая себя в кинематографе, и великая певица Энни Ленокс.